Здравствуй. Здравствуйте. Представься. Фабрика Вагиев. Приехал вчера на выставку. Прекрасно. Значит, участвуешь со своей работой. Что за работа? Можешь показать? Да, вот это батика. Батика. Кто твой учитель? Моя мама Садыгова Насима. Хорошо. То есть это семейное дело, батика, так? Да. Хорошо, прекрасно. Когда вырастешь, кем ты станешь? О чем ты мечтаешь? Еще не знаю. Планирую стать художником. Точно художником? Да. Не космонавтом? Нет. Даже не врачом? Нет. А может, инженером? Не хочу. Нет, не хочешь. Ну, хорошо. Удачи тебе, спасибо. Спасибо.